Поздравляю, братан. С Боевым Крещением, да? Да, да. Вам могу вечерка на это. Скинешь потом видео. Ну, пидорас. Это называется прямой обстрел Авдеевки или это еще нет? Это уже прямой, блядь. Это называется по мирной массе населения мы не стреляем. Где? Блядь. Блядь, перелет в Авдеевку. Где-то. Да, я теперь понимаю, где можно взять. Моя мамка там если новости дает, это пизда, блядь. Нет, надо маме говорить, что это все с пизды. Валик, домик. Да? Ну как? Салфеточный рай, блядь. Еще раз чуть выше, блядь. А что ты так салфетки, блядь, раздала? Не надо, лицо нет. Видеорепортер, ебать, блядь. В новостях будет, на звучальных новинах, блядь. Лица не будет. Правильно. А то поставят вынагороду, блядь, украинский каратель, блядь, напишут. Снимал, как расстреляют. Как наши расстреляют, а в Киеве, блядь. Лёд? Летит. Бабах. О, блядь. Наша. Крыша наша. 500 лук. 500 лук. Там не такая площадочка. Мало ли, что нам сделали на что нам сделали на крикну, блядь? Мало ли. Небольшой перелет был в Авдеевку сейчас. Да, дальше. Эй, блядь, это наша. Что там у них в ухарях хватит? Стоит этаж. Не меньше, блядь, ниже. Не седьмой этаж, блядь, салфетки полетели.
Це там баба, блядь, молиться, блядь, і кричить. Єбать, єбать, роблю все, що хочеш, не спереста, це ж любой, блядь. А з той сторони відкуди? Мужик, блядь, справа. Ні-ні-ні, блядь, далеко йти, блядь. Візьми шахту, візьми за шахтою, блядь. Якраз нам на кришу прилетіло, блядь, через що окно у нас осталось голе, блядь. Знімає качество, блядь. Тому що денег не заплатять, і блядь. Що наш шарик? Ох, яка там дирка, блядь, зверху на криші, блядь. На кунгу, блядь. Дальше, блядь. Соседняя квартира, блядь, там этаж 4-й, 5-й, блядь. Потому что, блядь, москитная сетка вылетела, он лежит уже. Сними меня на камеру. Я попрошу волонтеров. Ребят, волонтеры, присущие памперсам, пожалуйста, все закончились, ну его нафиг. Немножко там взрослых. Все, привет. Ваша так чьи? Да не дел. Ты хочешь подальше тут? Ну да. Что, все? Нихуя. Дайте. Да-да. Где-то попали как раз за нашим домом. Еще один. А что это было? Он разорвался, но второй не разорвался. Сейчас сапёры попали.